Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании, у нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, снеговик, сок яблочный. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет! Всем привет! Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника», «Сок яблочный будет аниматроником», просился еще 100 лет назад. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Аниматроник, иди нажимай нам кнопку, чтобы энергия тратилась. Так, 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 пошел. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, ладно, пойду я нажму. Пацаны, прикрывайте. Я знаю, где нажимать, сейчас я нажму. Вот здесь надо. Все, энергия у нас теперь кончается. Побежали. Ребята, напишите в конце ролика, в комментариях, как отыгрывал сок яблочный РП за аниматроников. Посмотрим, какой он игрок. Крошка уже показал, что он беспредельщик. Снеговик тоже беспредельщик. Обидно. Уходи, да, оттуда. вы сюда выханалите, вы убиваете меня каждые 5 секунд. Так не должно быть. Уходи, я слышу, я вижу тебя, что находишься. Пацаны, давайте нам камеру как-то включим вот здесь вот. Она вот это лучше настроена. Я как-то центр, не могу их клацать. Почему ты умеешь клацать, а я не умею? Он пришел с этой стороны. Так, Фокси стоит. Там есть аниматроники, которые анимацию делают. Стучат по стене, там заглядывают в окна, типа, руками так. Так, 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 я слышал, он заглядывает. А, он смотрит, что мы нажимаем. Помогай нам нажимать. Привет. Центральная лучше камера. А, включи правые двери. Так, так, так. Вот. Никого, пацаны. Вот оно. Он с этой стороны. Хорошо, что я закрыл. Вот я молодец. Вот я молодец. Он псих, я знаю. Он хочет нас убить. Он сейчас с этой стороны прибежит. Вот он стоит, ползает. А разве Фокси так играет за РП? Нет, конечно. Я не знаю, это вроде не по РП. Фокси просто прибегает, стучит двери и уходит, и все. Не, ну пусть будет. Это РП от сока яблочного. Алло. Я вижу тебя, сок. Да, давай. А где он, где он? Куда ты пойдешь? Ты вон через... Ну, вот эта дверь. Вон он, за Голден Фредди. Ты тень отдаешь. Ты скидываешь тень нам. А разве Фредди бегает и не телепортируется? А это FNAF кооп он отыгрывает, там же они ходят. Да уходи ты отсюда, я же знаю, что ты здесь, ты же не убегал. Ну-ну-ну-ну-ну. Он сейчас вернется в эту же дверь, я тебе говорю. Закрой, закрой, закрой. Нет, ну он в эту пошел, а эту нет. Уходи. Пришел, Чика, Чика стоит, отлично. Молодец. Ну да, нормально отыгрывает. Просто прибегает к дверям и уходит. Молодец. Так, стоит, стоит. Я его вижу на камере. Возвращается в левую дверь. Вот он, вот он. Я его вижу. Работает. Уходи, Чика, я не заказывал пиццы. Давай, давай. Трать нам энергию новую. Отлично. Давайте ночной режим активируем. О, с ночным режимом вообще мощно. Уходи. О, пришел, красавчик. Ушел. Закрываем. Он... Ты понимаешь, он чередует двери. То туда, то сюда. То туда, то сюда. Стоит, стоит. Видите, он просто стоит. На него свет откидывается. О. Так, бежит, 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 бежит. Куда он бежит? Пацаны, будьте внимательны. Чё, хорошо отыгрывает? Молодец. Пацаны, я чекаю. А он может стать невидимым и прийти? Может, он так и сделает. Я его знаю. Тишина такая. Все слушают. Так, знаете, я не знаю... Вы знаете, я не знаю, где он. Блин. Откройте дверь, откройте дверь, пустите. Не, не пускай его, пожалуйста, он переодетый аниматроник. А, ты должен знать пароль от охранников. Пицца. Правильно, пускай его. А, он с другой стороны. Отлично, отлично, пацаны, сидим. Он сразу был сзади. А, нет, это ключ ты притащил. А, нет, подожди, он лежал на столе, надо пойти открыть нам двери. Да, и включить нам энергию.
Да. А, у нас еще энергии много, но она кончается реально быстро, когда две двери тем более закрыты. Давайте, до свидания. Я в тебя верю, ты сможешь. А, еще свет повключали, но вы молодцы, ребята. Конечно. Не надо. Обезличного режима. Ну да, очень темно. Так, у нас энергия не пополнилась. В смысле? Не понял. Так, тебе надо взять ключом, открыть двери, спуститься там в шахту и нажать на генератор. Нажал. И на кнопку нажать надо спуститься, опять подняться и нажать кнопку там вот, возле двери слева. Так, 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 сейчас, ребята, у нас будет 100%, я знаю, у него получится. Я не знаю. Не, получится. Дима знает больше. Отлично, ты смог. Наконец-то увидел, как она пополняется, потому что обычно я и нажимал. Красава. Где миссия это? Выполнена. Теперь мы продолжаем проходить этот замечательный режим. А где этот аниматроник? Что-то фонарик заел. Странно очень. Чика, подождите, это где? Не он тут стоит в углу? Нет, нет, это не он. Где он? Он убежал куда-то. А я не знаю, где он вообще. Ё-моё! Убил? Он сейчас находится как выход из пиццерии возле кассы. А-а-а, он там уходи, забыл. Отстань. Пацаны, сейчас, стой, да. Стой, стой, я знаю, что надо сделать. А, мы возьмем сейчас... Он, где он? Покажи, там. Где он? Вот тут, в этой комнате. Вот он. А чё он там стоит? Он вышел! Он вылетел! За то, что я тебя пригвоздил, ты вылетел. Давай, заходи, аниматроник, с нам заново. Пацаны, давайте я пока подвиню аниматроника, идите к себе. Сейчас я приду, не ссыте. Умные, да, сильные? Ой, вам, ребята, жопа. Я даже рад, что немножко я не поиграю за аниматроника. Давайте. Что мы нет. А чё? Я профессионал по ФНАФ. О, mm-hmm. Я таких профессионалов знаешь где видел? Ну-ну. Ах ты ж, а нечестно брать? Ну конечно нечестно, я знаю, но я хотел выиграть. О, я свет включил, ребята, все видно четко. Да, я вижу, ты вон за баллон боя. Я вижу. Пацаны, у вас тут что-то темно. А мы тебя не пускаем. Так я смогу убить вас. А не надо. А, ты свет не вырубил. Свет не вырубил обратно. Ну и что, у вас не кончается энергия? Нет. А вы не в энергии дело. Мне главное вас замочить. Ты здесь стоит. Кто стоит? Я ушел ты, уже. Вот он. Вижу, тут черный, ты показываешься. Да не может такого быть, это блак какой-то, я уже ушел. Фотографируйте, показать? Серьезно, ты тут стоишь. Ой, ой, не ту кнопку. Фонарик отсвечивает твоя тень. Зачем? Ой, ты меня двери убил, слышь, так невозможно это делать. Все возможно. Можно и возможно. Так, сук яблочный заходит. Вы сломали дверь. Чего? Не сломали. Че ты боишься? Боюсь, я ссу. Че ты ссышь? Иди. Я закрыл, выпусти. Я иду, я иду. С какой стороны ты его открыл, закрыл? Вот. Так, это открываем. Это открываем. Я иду, я иду. Вижу, что ты идешь с этой стороны. Освещение классное в этой пиццерии, мне нравится. Я вижу. Привет. Что делаешь? Я вижу, что... Вот я вижу твой палец из-за стены торчит. Уходи. Ай. А извините, это пацаны, я не знал, что он убивает на расстоянии. Ладно, знал. А, тор, значит. Ты что, бессмертный? Уходи. Привет. Привет. Глаза после недели без солнца. Мне нравится так стоять. Только света не хватает, надо освещение тут поставить. Че ты стреляешь? А, яда за что? Откуда я знаю?
Уходи, не порт нам стекло. Короче, давайте, Правильно. Пацаны, можете использовать против меня оружку. Весело. Слышь, ты даже не попал с такого мощного оружия по мне. Это обстоятельство, я в тебя попал. Не Кровь попал была. Ты по мне, алло. Душа вонючая. Иди сюда, аним. Я вижу, ты где-то здесь. Отличная нычка, отличнейшая. Как только он зайдет сюда, сразу его замочу. В туалет, что ли? А, да, 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 я в туалете. Испугался, то есть не испугался этот, захотел в туалет. Я хочу, чтоб... А как ладно, ты меня убил? А откуда ты взял? Ты перелетел, что ли, через В? Я через инвиз. Я ножичком пробежал. Блин, так нечестно. Это реально было читерски, только я так обычно делаю. Ну, он весит у тебя. Сок яблочко, ты где? Убили меня. А ну постреляй еще по трупейшену. Давай, пожалуйста. Ничего. Вот это ты псих. Не ожидал от тебя такого, не ожидал. Я думал, ты добрый. Нет, я злой. Я бы сказал, что это поступок. Но крошка-крошка обидится. Увидел, я увидел. Сказал. Хорошо, хорошо, заметил, молодец. Я хотел убить, что ли? Да, специально. Яко. Ты не умираешь! А чё? Нечестно. У тебя дофига же больше жизни. А мне интересно, против Димаса работает шапка? Это знаешь, кого я взял? Эннарда? Да, это он такой мощный. Ой. Ой, а чё бомба про... Ой. Бомба, не надо бомбу. Я на всякий случай. Я, короче, сделал там гамбургер из бомб. А чё ничего не произошло? Пацаны, идемте в подвал проверим. Должно было взорваться. Не понял. Бомбы, вы чё просрали? Вам? Ядерная бомба взорвется. Вот, вот эта бомбочка, она вообще слабая. Слабая, Димас? Да. Взрывайте. Ого, меня достало. Я еще поудалял даже. Потому что сильно было жестко. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.